В драматической истории «Это моя жизнь» рассказывается о двух влюбленных молодых людях, которые хотят связать свои судьбы с семейными узами, но по некоторым причинам отец парня против этого союза. Он не позволил молодым людям пожениться. Вскоре девушка узнает о своей беременности и решает рожать ребенка. Когда на свет появилась девочка, обозленный свекор отдал малышку своему слуге, приказав, чтобы тот воспитывал девочку как свою родную. Новая семья по просьбе родного деда назвала девочку роковым именем Бахар. Приемные родители воспитали девочку, но настоящей любовью не одарили, поскольку у них была своя родная дочка. Для своей родной родители делали многое, а Бахар не прощали даже какую-то мелочь. Девочке пришлось несладко, она тяжело работала. Пришлось прекратить учиться, чтобы помочь родителям в то же время. Мать девочку постоянно унижала и заставляла работать. Прошло много времени. Судьба настоящих родителей Бахар не сложилась. Мать умерла сразу после родов, а отец стал жить с огромной ненавистью на своего отца. Почувствовав, что близок конец, дед решил признаться о содеянном и сказать сыну, что у него есть дочь. С этого момента жизнь многих кардинально изменится. После многих событий Бахар умрет, оставив любимого мужа и дочь.